Друзья, сегодня мы будем с вами анализировать нашу новинку, которая поступила только что на склад. Это фирма Indigo, модель Aero. Кресло предназначено для малышей от рождения до 36 кг. Кресло выполнено из качественной ткани и из эко-кожи. Кресло вы можете установить как по ходу движения, так и против хода движения, нажимая на кнопочку. Вот в таком виде вы можете перевозить новорожденного малыша. Получается, малыш лежит на спинке, а ножки чуть-чуть приподняты. Есть специальный подголовник, который в дальнейшем отстегивается, и мягкие накладки. Расстегиваем, смотрим, что внутри. Накладка для новорожденного состоит из трех частей. Подголовник, который отстегивается, внутренний отдел и отдельно уголочек. Как только ваш малыш достиг 6-месячного возраста, вам нужно перевернуть кресло и поставить его по ходу движения. Имеет несколько уровней наклона. Вот в таком положении вы можете использовать кресло до 12 лет. Когда ваш малыш вырастет, вы полностью уберете эти ремни и уберете паховый ремень. И тогда вы будете пользоваться просто креслом без внутренних ремней, потому что ваш малыш уже к этому времени будет большим. У кресла есть силиконовые накладки. И легко может расстегнуть мама, но малыш никогда не сделает этого самостоятельно. Вот ремни безопасности вы можете легко, нажав на эту кнопочку, при этом подтягивая именно верхний ремень безопасности. Ремни регулируются настолько сильно, что сюда может уместиться даже крупный малыш в зимнем комбинезоне. Ширина в области головы 29 сантиметров. Ширина в области плеч 41 сантиметр. Ширина сиденья 39 сантиметров. Высота максимальная 66 сантиметров. Ширина сиденья 30 сантиметров. Само сиденье простегано. Производитель специально так придумал, чтобы было удобно, мягко вашему малышу. Чтобы отрегулировать ремни, вы просто подтягиваете ремешок на себя и при этом никуда не давите. Вот они, ремни уменьшились. Данную модель кресла вы можете поставить и закрепить в автомобиле двумя способами. Это на систему крепления Isofix и на ремни безопасности автомобиля. Для этого предусмотрено специальное отверстие. Рассмотрим Isofix подробно. Isofix у нас идет с индикатором и в нескольких положениях фиксируется. Ближе к сиденью, подальше к сиденью. Как только Isofix установлен правильно, индикатор загорается зеленым цветом. Пока он не установлен, поэтому неправильно. Красная подсветка предупреждает водителя. Также у этого кресла есть якорный ремень. Как это его называют, он спрятан в кармашке. И будет крепиться карабином за внутреннюю часть вашего автомобиля. В кресле есть направляющий и карабин. Легко снимается. Вы можете его постирать или почистить. Специальные стандарты безопасности. То, что кресло прошло краш-тесты. Окантовка кресла сделана из эко-кожи. Ткань внутри сиденья максимально приближена к чехлам автомобиля взрослого. Малыш почти в ней не будет потеть. Вы пользуетесь от рождения до 36 кг очень долгий период, именно поэтому производитель в помощь сбоку приклеил наклейку, как нужно устанавливать это кресло. Ну и кроме того, все кресло в красных и синих подсветках, то есть вы сразу видите, в какую категорию, под какое отверстие нужно установить. Друзья, производитель Indigo сделал очень интересную модель кресла. Она от рождения до 36 кг, но это еще не все. У него есть все крепления, которые нужны современному креслу. Это Isofix, якорный ремень, топ-тетер, наклон, поворот. В общем-то, кресло очень комфортно для вашего малыша. И плюс для стиля добавлена эко-кожа. Данное кресло 34 Аиста рекомендует.